Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение контроля на всех сухопутных границах страны. Об этом германский лидер сказал в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау, федеральная земля Бранденбург, на востоке ФРГ. «Нелегальная миграция – это не то, чего мы хотим», – отметил Шольц, которого цитирует немецкое информационное агентство ДПА. По его словам, если в Германию прибудут 300 тысяч человек, как в 2023 году, и только некоторые из них получат право на защиту, то это нехорошо, – отметил он. По этой причине, подчеркнул Шольц, необходимо более внимательно отнестись к тем, кто имеет право на въезд в страну. «К сожалению, мы не можем полностью полагаться на то, что все наши соседи будут действовать должным образом», — отметил он. Канцлер заверил, что пограничный контроль будет осуществляться в соответствии с европейским законодательством.